В ближайший понедельник Генпрокуратура начнет массовую проверку отечественных ТЭЦ. При этом ведомстве уточнили, что она затронет не все энергетические комплексы, а лишь те, где ситуация критическая. Отдельно на тепловые сети. Там есть проблема проверки, там она заполнена водой, горячей водой и так далее. Поэтому есть уполномоченные органы, все зависит от их заключения. А соответствующая правовая оценка, конечно, прокурором сразу будет дана по итогам проверки. То есть здесь больше зависит от профильных специалистов. Но в зимний период проверки, они как бы немного затрудят. Закончить эту работу прокуроры обещают уже до весны. Что же касается самых проблемных теплоэлектроцентралей в Ридере и Экибастузе, то эти станции проверят в максимально сжатые сроки. Сегодня они сообщили, что на Ридерской ТЭЦ уже выявили массовые нарушения правил промышленной безопасности, проведения обязательных работ по модернизации оборудования, реализации инвестпрограмм, а также в области тарифообразования.